Всем привет! Рада вас видеть всех на своем канале. С вами Алла Белочка. Сегодня пойдет речь о моих небольших покупках авторских схем плюс авторские наборы, полностью укомплектованные ниточками. Но об этом чуть позже. Пожалуй, сразу начинаем со схем. Многие из вас, уверенно, уже давно знают интернет, популярный, известный интернет-магазин MyBobbin. Я его тоже давно знаю, но совсем недавно узнала о том, что там можно приобрести авторскую схему, а именно имеется огромный выбор этих схем. Смотрите, как удобно. В одном месте сразу несколько дизайнеров, много дизайнеров с разными своими работами. Не надо прыгать со странички на страничку ВКонтакте, в Инстаграме, где-то еще в различных соцсетях выискивать новых дизайнеров, замечательные сюжеты искать, что-то для себя новенькое. Пожалуйста, зашли, что-то для вас любимое, уже известное, например, а что-то новенькое, как и для меня. Для себя я открыла много нового. Вот листаю, например, ленту сейчас и вижу скидку 30%. Так, проходит периодически акция разная, так что смотрите. Вот, сразу видны цены, разные сюжеты. Их очень-очень много на любой вкус и цвет. Фэнтези, сказочные, детские, серьезные работы, такие мечтательные, пейзажи, я не знаю, ну, цветы, конечно. Детская тематика, опять же, да? И многое-многое-многое другое. Морское, новогоднее, интересное, сказочное и так далее, и так далее. Это долго можно просто перечислять, вот как видите, от 1 до 9. И, скорее всего, да, там еще следует продолжение. Так, что касается, что же я здесь выбрала? Заходим в личный кабинет. Кстати, оставлю ссылочку сразу под видео. Проходите по этой ссылке, регистрируйтесь и совершайте покупки. Так, посмотреть заказ. Помимо авторских схем, конечно, там много чего интересного также продается. Итак, три схемы. Во-первых, моя любовь к кошкам. Всем известно, скорее всего. Вот такая у меня появилась дымка. Дымка очень красивая, реалистичная киса. Как настоящая, такая живая, прям такое чувство, как будто она выпрыгнет сейчас из этой картинки в нашу комнату и будет играть с моими кошками. Настолько она мне понравилась, такая красивая кошечка. Посмотрите на ее глаза, мордаху, усы, длинные красивые усы, шерсть вот такая, да, ну очень реалистично. Ну и что здесь у нас? Так, категория кошки, электронный файл PDF сага, пожалуйста, да. Характеристика. Можем ознакомиться, на какой основе вышить такую красавицу. На 14-е, 16-е Аиде. А может на Лугане 25, Белфаст 32, Линда 27. Либо на ваше усмотрение. Размер 155 на 195 крестиков. Так, в схеме использовано 34 цвета. Плюс 6 блендов. Вот такая подробность, если кого интересует. Лично меня эта информация интересует. И я всегда узнаю, сколько цветов, блендов. Ключ на основе палитры Мулине ДМС. И сразу здесь есть расход ниточек. Вот так. И виды стежков. Так, крестик, полукрест, бэкстич и французский узелок. 550 стоит на сегодняшний день эта схема. Ну и, конечно, хочу показать, сколько крестиков вышиваю я, в частности, по телефону. Вот она, моя красавица. Купила я уже эту схемку. Давайте посмотрим. Кто любит вышивать по саге, пожалуйста. Так, здесь всего 22 379 стежков, а именно 14 831 крестик, 12 740 полукрестиков. Так, и бэкстич. 2354 стежка. Один фрузелок. Вот. Небольшая такая работа. Очень красивая киса. Просто замечательная. Так, давайте дальше посмотрим. И, кстати, извиняюсь, конечно, дизайнер у нас здесь Лена Элис. Вот, Лена Элис, дизайнер. Бренд, видите? Так, дальше. Совсем забыла.
упомянуть автора. Переходим на вторую работу, схему, которая мне очень-очень понравилась. Фэнтези, такая сказочная, интересная иллюстрация. Вот такая русалочка и корабль. Чайка рядышком, ракушка в руках у этой русалочки. И, скорее всего, она там что-то колдует, шепчет, загадывает желание. Пусть будет так, да? Дизайнер у нас Екатерина Чайковская. Мне, кстати, многие схемы у нее нравятся. Хотя в большей степени я вышиваю по наборам, но задумываюсь, пора уже переходить и на авторские схемы, наборчики, все в таком роде. Так, Екатерина Чайковская создала вот такую красоту, а размером она 200 на 200 крестиков, 52 цвета, включая 11 блендов. Ну и, конечно, ключ на основе палитры Moulinet DMS, цветосимвольная схема в формате PDF, если кого это интересует. Крест, полукрест, бэкстич, французский узелок. Можно вышивать как на 14-е, так же на 16-е по вашему желанию, Айди. Плюс рекомендует Belfast 32. Вот она, пожалуйста, моя схемка. Вышиваю я по телефону. Так, 25 197,5 стежков, пожалуйста, да, видно. 23 448 крестиков, 532 полукреста, бокстичем прилично, 2965 крестиков и один фрузелок. И в целом вот такая цифра. Замечательный сюжет, на мой взгляд, сказочный, такой интересный. Так, поехали дальше. Хочу вам показать третий, не менее сказочный, прям волшебный, действительно, новогодний дизайн от Аллы Ероховой. Прервали мою видеосъемку, но мы продолжаем. Итак, третья авторская схема от Аллы Ероховой. «Сказки Дедушки Мороза». Сказочный, просто чудесный дизайн. Как только сразу я увидела эту картинку, сразу влюбилась. Вот такой настоящий русский Дед Мороз с длинной большой белой бородой. В руках держит большущую книгу с разными сказками. Смотрите, домик со снеговиком, елочки, даже повозка с лошадкой. И милые рыжие белочки, также снегирь. На заднем фоне ночное небо, усыпанное звездами. Интересный сюжет, красивый дизайн. Мне очень понравился. Интересно узнать ваше мнение. Как вам такая красота? 500 рублей стоит на сегодняшний день. Так, это у нас категория «Новый год». Можно вышивать как на 16-й Аиде, Лугана 25 и Линда 27. 177 на 250 крестиков. Размер готовой работы. Всего 53 цвета, включая 13 блендов. Вот подробное описание, опять же, идет. Смотрите. Вот такая красота. Здесь у нас присутствует французский узелок, бэкстич, крест, полукрест, 3 четвертых креста. Ну и сразу покажу, что у нас тут по саге. Так, вот кросс-стич сага и подробная информация. Пожалуйста, всего 47 034 стежка. Из них 43 824 крестика, полукреста, 1,5 с небольшим. Далее, четверти креста, извиняюсь, 1581, полукрестика 65, бэкстича очень много. Почти 5000, если округлить. 109 фрузенков и даже бисер. 98 бисеринок. Я думаю, получится действительно сказочный сюжет, когда это все вышится. Работа немаленькая. Предстоит потрудиться. И выйдет вот такая красота. Отшивов я на Ютубе не видела. Скорее всего, это новый дизайн. Девочки, подскажите, расскажите. Может, кто-то вышивал, я что-то пропустила. Ну что ж. Итак, интернет-магазин MyBobbin. Пожалуйста, здесь собрано большое, огромное просто количество
разных авторских схем. И не только. И вот, все-таки появляюсь я на главной страничке. Скидка сейчас 30% на схемы Евы Стич. Плюс подарок какой-то. Интересно. Так что заходите, смотрите. Проходите по ссылке, по которую я оставляю сразу в инфобоксе. Регистрируйтесь и делайте свои заказики. Вот. Ну, а что касается авторских наборов, мы с вами продолжаем. У Елены Сашновой я приобрела вот такую красоту. Так, убираем гаджеты. Настраиваем немножко свет. Вот. Вот такой дом у озера. Посмотрите, какой очень интересный, красочный. Сказочный также. Сказочный пейзаж с домиком. И не только. Озеро. Шикарное большое озеро. Вот такой рассвет, на мой взгляд. Скорее всего, это раннее-раннее утро. Мужчина встал и отправился. Ранним утром встал и отправился рыбачить, ловить рыбку. А вот верный друг, собачка, ждет на причале. Вот такие цветы на первом плане. Птица только что увидела. Интересный дом. Горы, пожалуйста, птицы. Небо, ясное небо, солнышко. Вот такой рассвет. Дом у озера. Здесь у нас 480 на 327 крестиков. Работа немаленького размера. 73 цвета ДМС. Ну, я заказывала, конечно, комплектацию с Мулине СХС. Вот, поэтому СХС ниточки у меня здесь, а не ДМС. 73 цвета плюс 25 блендов. Автор, повторяюсь, Елена Шашнова. И группа Camellia Design. Вот, схемы вышивки крестом. Вот так группа называется. И, пожалуйста, такая красота. Много-много ниточек такой. Толстенький наборчик. Там у нас канва у меня, нитки. И плюс электронная схема для кросс-стич-саги, то бишь без бумажной схемы. В последнее время, ну, 95% я вышиваю по саге. Вот, вот такой чудесный пейзаж. И моя любовь – это кошки. Кошачий рай. Ну, это просто сказка для меня. Посмотрите, сколько разных котиков. По-моему, это копия набора, скажем так, фирмы Design Works, если не ошибаюсь. Где-то я видела, да. Вот недавно, кстати, увидела, что этот сюжет был ранее у Design Works. Так, 63 цвета плюс 9 блендов, а размер еще больше. 500 на 357 крестиков. Опять же, автор Елена Шашнова. Классные котики. Очень-очень много. Такое пестрое одеяльце в стиле пэтчворк. Вот они, котята играют с ниточками. Старшая мама, папа наблюдают за ними. Смотрите, с нитками, с бобинками, пуговки здесь разбросаны. Чего здесь только нет. Нитки в клубках, вот они, любят поиграть. Это прям как мои кошки. Начинаю вышивать, стащут нитки, рассыпят бисер. Все что угодно. Мои кошки, конечно, проказницы. Это моя любовь, кошки. Любовь навечно. И вот, пожалуйста, швейная машинка на столе. Комната рукодельницы. В этом доме живут кошки. Море кошек. И красивый вид из окна. Цветы, ваза с цветами. Вот такая красота. Смотрите, разные. Рыжие, полосатые, черно-белые костики. Сиамской породы. Вот одна, вторая кошка. И вот такой полосатый. На мою кошку Мусю. Похоже. Кошечка эта. Тоже много ниточек. Но сейчас, к сожалению, у меня не позволяет снять видео. Заканчивается время на видеокамере. У меня проблемы какие-то. Почему я не снимала
долгое время видео, ну и в принципе работа, плюс проблемы с видеокамерой. Плохо заряжается. Я как-то поставила, настроилась снимать видео, поставила на зарядку. А в итоге прошло 3 часа и ничего не зарядилось. Вот. И у меня что-то со шнуром там. Вот, нужно чинить. В итоге для данного видео я свою видеокамеру заряжала, наверное, на протяжении 2 дней. Вот. Если какой-то из этих сюжетов вам понравился, пишите, что вам больше всего понравилось. Дом озера, либо кошачий рай. Вот. Постараюсь в ближайшее время, если, конечно, вам это интересно, сделать обзор, показать ниточки. Посмотрим опять по кросс-стич-саге, сколько в крестиках там. Размеры не маленькие. Вот, как видите, на превью. Шикарные сюжеты. И плюс мулине СХС. Так, 16-я канва, если не путаю. Да, на 16-е Айди я заказывала. Вот, полная зашивка. Вот такая красота. Автор Елена Шашнова. Группа Камелия Дизайн. Если не забуду, оставлю ссылочку. Так что, если хотите, чтобы я сделала обзорчик, пишите в комментариях. И заходите также в интернет-магазин MyBobin. Разные красивые авторские схемы. А у Елены Шашновой можно заказать комплектацию к ее схемам. На этом все. Спасибо вам за ваше внимание. Сейчас у меня закончится время на камере, и я не успею с вами попрощаться. С вами была Алла Белочка. Желаю всем отличного летнего настроения, успехов в творчестве и улыбок. Море улыбок. Всех целую, люблю. Пока-пока. До новых встреч.